2024 год объявлен президентом Владимиром Путиным годом семьи. С декабря в стране проходит проект «Всей семьей». Участниками стали уже тысячи семей Ульяновской области. Каждый выходной организаторы публикуют новое задание, например, вместе убрать квартиру или слепить пельмени. После выполнения участники должны поделиться фотографией на своих страницах в соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках, сопровождая записи хэштегом «Всей семьей». В год семьи мы запустили проект, который называется «Всей семьей». Это проект федеральный, и наша Ульяновская область очень активно участвует в нем. На середину февраля зарегистрированных семей, которые активно участвуют и выполняют все задания, было более 10 тысяч. Уверена, что на сегодня их значительно больше. Семья Велиевых узнала о проекте через социальные сети и сразу решила принять участие. Теперь каждый выходной они вместе готовят, убирают, ходят в театры. Как отмечают участники, удалось и досуг разнообразить, и времени с семьей проводить больше. Еще дает возможность узнать какие-то новые интересы детей, вот, например. Я узнала, что моя младшая дочка хорошо играет в шахматы. До этого я не знала. Оказывается, она еще в садике научилась играть, и сейчас достаточно отлично справляется с этим заданием. В феврале более 300 ульяновских семей стали призерами промежуточного розыгрыша. Ульяновская область заняла второе место среди других регионов страны. С призерами встретился губернатор Алексей Русских. Я вас хочу поздравить с тем, что вы стали призерами всероссийского проекта «Всей семьей». Мне очень приятно, что представители Ульяновской области отличаются на федеральном уровне. Мы демонстрируем соотечественникам традиции, хорошие, добрые отношения внутри семей нашего региона. Те семьи, которые выполнят все 15 заданий, смогут получить главный приз – путешествие по Российской Федерации. Всего будет разыграно 100 семейных туров. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.